Вот, предлагаю вашему вниманию маршрут Москва-Севастополь. Старт в Москве. И выдвигаемся в сторону Крыма. Мороз на улице. Замерзли. Все замерзло. Сейчас не помню, какая температура, но на трассе, наверное, подскажет. Так, ну что, с Богом, поехали. Поехали. У многих были проблемы с утра. Машина занесло снегом, плюс морозы. Вот такая вот история. Да, старт тяжелый. Это хранители. Сгорел предохранитель печки. Без печки ехать, конечно, ну, невозможно в таких условиях. Холодно. Двигаемся в сторону Липецкой. По мере поступления комментариев к видео Москва-Симферополь буду отвечать вот в этом сериале Москва-Севастополь. Так, двигаемся в сторону Липецкой, проезжаем Царицынский рынок, метро Царицына. Александр VII Логин подсказал вариант немножко другой. Но надо будет в следующие поездки посмотреть. От Борисовских прудов, ну, сразу на Липецкую через Орехово.
Зима снежная в этом году выдалась. И морозная, и снежная. Прошлую поездку покинули Москву, пошел сильный снегопад. Это в стекле отражается радар-детектор Белтроникс. Впереди камеры выделенная полоса. Ограничение 60. Липецкая улица постепенно переходит в трассу М4 Дон. Но опять-таки ничего нового не будет, потому что движение будет по платным участкам. Как-то некомфортно, что ли, вот эти вот федеральные куски, федеральная трасса, государева дорога. Потому что был случай, ну давно, правда, это было. Поехал, решил поехать по федеральной бесплатной дороге трассы М4. Впереди камера на скорость и на полосу. Ограничение 60. Перед пунктом оплаты свернул на бесплатный участок. Проехал, наверное, километра 3-4, может чуть побольше. Впереди камера, выделенная полоса. Ограничение 60. Очень интенсивное движение, плотное движение по одной полосе в разные стороны. Много фур. Дорога разбитая была. И вот проехав 3-4 километра, развернулся и поехал уже по платной дороге. И вот с тех пор у меня какое-то вот такое напряженное отношение к федеральной трассе. Но надо будет проверить ее. Будет оказия, будет возможность, обязательно проеду. Посмотрю, что она из себя сейчас представляет. Вообще, я считаю, что государева дорога федеральная должна быть не хуже, а лучше, чем... Впереди камеры, выделенная полоса. Ограничение 60. Незамерзайка хваленая замерзла. Температура, по-моему, ниже 20 была. Вот. Размазывает грязь по стеклу. Так что я МКАД проеду, остановлюсь с правой стороны, залью воду, вода закончилась. Надо будет приобретать. Возможен затор в левой полосе. Ограничение 60. Покупать. Ну, видишь меня, я припаркуюсь с правой стороны, буду воду заливать. Будешь потом видеть. Приобретать дистиллятор, называемый самогонный аппарат, и своими руками делать незамерзайку, омывайку. Вот остановился долить воды незамерзайки. Но она очень быстро кончается и все равно замерзает. На емкости было написано, что это минус 20, но при минус 10, по-моему, она уже превращается в лед. Кстати, последствия могут быть не очень комфортные. Как, например, случилось в этом рейсе. Но это дальше по маршруту.
залил не замерзайки. Впереди город, ограничение 60. Так вот, случилась большая неприятность. Замерзла не замерзайка. И левая форсунка, видать, покрылась льдом, и при нажатии на омывание ее просто сорвало, и куда она упала, не знаю, пришлось перекрывать, перетягивать шланг подачи омывайки. Так, кратковременная остановка, выпить кофе и тронуться дальше. Кофе выпито. И продолжаем движение. Движение в сторону Крыма по трассе М4. Что, стартуем? Полное видео без ускорения маршрута Москва-Севастополь чуть позже размещу на аккаунте «Видеодорог России 2». Там будет без ускорения, с оригинальным аудио, без купюр. Так что желающие посмотреть документальный фильм, если можно так сказать, пожалуйста, на второй аккаунт. Ну, этот маршрут Москва-Севастополь опять по паромной переправе до Керчи очень скоро устареет. Но до Краснодара дорогу еще можно будет посмотреть. А там уже от Краснодара на этот мост через Керченский пролив, который обещают запустить
в мае месяце этого года, 2018-го. Весь поток хлынет через мост. Сначала открывают автомобильное сообщение, ну а к осени и железнодорожное. Тогда уже можно будет в Крым не только на самолете, на автомобиле, но и на поезде ездить. Да, вот не нравится мне, когда грязное лобовое стекло, отражение от торпеды на стекле, это портит общую картинку. Это мой единственный выход, на мой взгляд, да и всем я рекомендую. Это делать омывайку на зимний период своими руками. Вот этот дистиллятор или самогонный аппарат с двойной очисткой, он полностью устраняет запах сивушных масел. Ну, мне давали понюхать, я этот проверял, запаха практически никакого. Ну, а если еще добавить туда какие-то ароматизаторы, то будет вообще замечательно. А то, что продают в магазине с надписью «минус 20, минус 30» – чушь собачья. Это не только я, это говорят и водители больших грузов, и дальнобойщики. Все жалуются, что это никак не соответствует написанному. Со стартом немного запозднился, планировал чуть пораньше выехать, часа на два, но при запуске автомобиля обнаружилось, что не работает печь. И вот вместо 9 часов утра он... Пока нашли, в чем причина, пока нашли эти предохранители. Потеряли 2 с лишним часа, наверное. Вообще планировали выдвинуться в 9 часов утра. Съемка ведется на видеорегистратор DATACAM 6 MAX. Скажу сразу свое мнение об этом видеорегистраторе. Чем он мне приглянулся? Ну, первое, это то, что питание видеорегистратора магнитное, просто... Представляешь, магнит его притягивает, и пошла запись. Это очень удобно, это очень практично, мне это вполне устраивает. Потому что эти разъемы питания USB,
микро, USB, USB мини при частом использовании приходит в негодность, разбалтывается, плохой контакт, и часто возникали у меня проблемы, как, например, с видеорегистратором Акинори. Пришлось кабель питания там хомутиком пластиковым закреплять, чтобы он не болтался, но это очень неудобно. Второе, что мне понравилось в Datacam 6 Max, это то, что стоит поляризатор, поляризованное стекло, и она часть отражения от торпеды и прочие блики, она просто срезает, не отражается никак это на яркости, на сочности видео. Это второе. Третье. Что же третье-то было? Продолжу, наверное, о видеорегистраторе чуть позже. А вот замерзла. Это не замерзайка знаменитая. Блин. Стекло грязное. Но, к сожалению, вот что имею, то имею. Так, ну ладно, насчет Datacam продолжу. Хорошая картинка. Снимает довольно-таки неплохо. Скорость передачи, значит, 40 мегабит в секунду, 35, 30, 25, 20 и 10. То есть можно настроить качество можно выбрать качество. Ну вот вынужден останавливаться, мыть стекло, все это. Вот у меня сейчас идет съемка с качеством 30 мегабит в секунду. Заехал на заправку, чтобы купить новую незамерзайку. Ну вот, залил очередную порцию омывайки, незамерзайки. Картинка, видите, резко улучшилась. Так вот, по регистратору. Ну вот на этом, по-моему, и заканчивается достоинство этого регистратора. Критические замечания. Очень сырая база SpeedCam. Очень сырая, недоработанная. И, на мой взгляд, требует более внимательного отношения производителей к этому, к этой функции. Это функции предупреждения о скоростном режиме, о знаках, ну и то, что вот необходимо водителю в поездке. Не очень удачное меню. Во-первых, инструкции очень подробной нет. Есть такая общая с картинками, но это, я не знаю, на кого она рассчитана. Тут, оказывается, есть и кнопки быстрого доступа. Вот я об этом не знал. Уже, как говорится, на практике об этом познаешь. Есть очень удобная функция фотосъемки во время движения. На многих видеорегистраторах есть функция медленного просмотра записанного, отснятого видео. Здесь это тоже присутствует. Замедление, по-моему, до 16 раз.
маленькая емкость аккумулятора, встроенного аккумулятора. Хватает его, ну, где-то минут на 10, на 15. Очень быстро разряжается. Но можно запитывать от внешнего аккумулятора. Он хорошо снимает, как видеокамера. Есть функция парковки. Вот это очень интересная функция, и я сожалею, что не использовал ее на стоянках во время остановки на привал. Случайно, тоже, наверное, в маршруте Москва-Кемерово, я забыл выключить видеорегистратор, ну, и он полночи снимал, что происходило на стоянке. Знаете, мне понравилось. Ускорение в 25 раз. Видно, как приезжает, уезжает машина в ускоренном режиме. Довольно-таки забавно и интересно. Но будет такая оказия еще, поездка дальняя. Я постараюсь вот снять ночь на стоянке в режиме парковка на видеорегистратор. Но это видео, если будет снято, то размещаться оно будет на втором аккаунте «Видеодорог 2». Потому что вот этот первый аккаунт «Видеодорог России», он в основном, мне, по крайней мере, так бы хотелось, чтобы он носил чисто справочный характер о состоянии дороги, инфраструктуры. Ну вот для тех, кто собирается в поездку, неважно куда там, чтобы мог выбрать маршрут, например, Мурманск или Якутск или там Владивосток, неважно, и мог посмотреть, в каком состоянии дороги и так далее. Вот опять какая-то проблема. Ну, это замерзла у меня форсунка, и во время движения, значит, под давлением ее сорвало. И она, ну, потерялась. Шланг не замерзает, угнал. Под капот. Вот такая вот беда. Ну вот немножко слякоть появилась на дороге. Лобовое стекло летит от ее, хлам от колес. Это химия. Вот размазывается по стеклу. Но тут на видеорегистраторе не видно. Он как бы срезает, наверное, это загрязнение. Но на самом деле здорово мешает движению. Вот работает только правая форсунка. Вот. Что-то искать.
колейность на дороге вы можете увидеть. Колейность. Это очень опасно во время движения, особенно если скользкая дорога, осадки. Могут быть очень серьезные нежданчики и очень серьезные последствия. Но в сравнении с маршрутом Москва-Симферополь, здесь небо голубое, ну, то есть пейзаж такой более красочный, нежели на сером небом. Очень красиво, конечно, в зимний период, когда деревья, ели, сосны, все белые, в снегу. Очень красиво смотрится. Ну вот загорелась у меня лампочка, что кончилась омывайка. Остановился долить. В общем, потерялась форсунка. Не знаю, или давление мое выдавило, или еще что, пытался шланг направить на лобовое стекло. Ну как мог, как смог. Приспособил. Самодельная фигня, что получилось. Это не дело. Вот так вот вода выливалась под капот двигателя. Ну, как мог, приспособил, чтобы более-менее можно было ехать. Да, вспоминаю этот момент, очень неприятный. Стекло умывается очень плохо. Но не догадался переставить форсунку справа
налево, но дальше на остановке поменяем, поставим форсунку справа налево. Шланг пережму. Возможно, где-нибудь на поддоне валяется эта форсунка. Ну, так она, наверное, и есть, но попробуй на этот залезть под машину, в грязь лезть. Особого желания нету. Настроение, конечно, подпорчено вот этим событием. Ну, это пример того, что к дальним поездкам, особенно в зимний период, нужно подходить очень подготовленным, очень аккуратно. Сейчас повторю уже, наверное, в который раз, что озабочен тем, чтобы купить дистиллятор, самогонный аппарат, и своими руками делать, не замерзайку эту. На самом деле на емкости написано минус 20, минус 30, стоит запредельно, а при минус 10, при минус 15, такой 15, при минус 10 и в шланге замерзает, и на форсунке. Ладно, взял бы, например, на дороге вот стоят эти, вот продают, не замерзайку. Понятно, там контрафакт и дерьмо какое-то. Но ведь приобретал-то, покупал на заправке, там, где должны отвечать за качество товара. В общем, бардак в плане вот этих омывающих жидкостей. Бардак. В принципе, если съемку не вести, а просто двигаться, то, конечно, не нужно следить за чистотой лобового стекла, особенно видно и видно. Но вот для того, чтобы вести качественную съемку, чистота лобового стекла одна из самых важных функций. Это для тех, кто будет снимать видео о своих поездках. Я думаю, если отправляясь с семьей в отпуск куда-нибудь, сохранить в памяти поездку, ну вот рекомендовал бы вести полную съемку со своими комментариями, разговорами. Я думаю, что это очень хорошая память на долгие годы останется. Предупредил ведущего о случившемся
Сейчас они на стоянке поджидают меня. Так, сегодня у нас 17 марта. Завтра выборы. Пойду на выборы обязательно. Вот временами дорога сухая, совсем другая видимость. Ведущий далеко отъехал, не хватает мощности радиостанции, поэтому звонит по телефону. ДПС, контроль скорости. Ограничение 90. Работает только правая форсунка. Чуть-чуть самодельная левая. Да, не туда заехал для оплаты. Не обратил внимания на сигнал светофора.
Да, с транспортером, конечно, гораздо удобнее ехать. Если регулярно, то, как написал Александр VII, Логин Александр VII, для частых поездок он может здорово пригодиться. Чуть-чуть капает с самодельной форсунки. Ну вот где-то здесь меня уже ждут. И будем кумекать вместе. Немного времени потеряли на перестановку форсунки. В общем, настроение подпорчено, конечно, этим событием. Вот пытаюсь вспомнить, были ли хоть одна поездка без каких-то, ну, мелких неприятностей. Не могу вспомнить. Обязательно что-нибудь происходило. Ну, я имею в виду или с аппаратурой, во время съемки, или... Или... с радиостанцией, или с видеорегистратором, или с навигатором. Обязательно что-нибудь происходит. Вроде бы стараешься максимально все проверить, все подготовить, но что-то вылазит. С автомобилем меньше всего. В основном вот с тем барахлом, который беру с собой в дорогу. Видео Москва-Кемерово, по-моему. Так там вообще ЧП случилось. От встречного автомобиля отлетело. Ну, он наехал на полено какое-то. При замедленной съемке видно, как из-под заднего колеса вылетает полено и влетает в бампер. Ну, там оформили страховой случай. Проблем нет, но то, что было много времени, тоже потеряно. Но это будет видно, кто будет смотреть. Москва, Кемерово.
поменяли. С левой стороны поставили, с правой стороны поставили форсунку на левую сторону. Вот временами дорога сухая, временами со слякотью, с какой-то. Вот почему так? Если слякотно, я думаю, по всей трассе должна быть слякоть. Если сухо, опять-таки везде должно быть сухо. Это, наверное, вопросы к дорожникам. Временами видно, как незамерзайка, так называемая, замерзает на лобовом стекле. Температура, по-моему, была что-то под минус 20 сейчас. Не могу вспомнить точно. Но температура была низкая. На трассе, конечно, потеплее стало. Так, ну и опять немножко про Datacam. И еще что мне понравилось в этом видеорегистраторе, там можно ставить две карты памяти по 256 гигабайт. По 256 гигабайт. Я поставил две карты по 128. Просто по 256 у продавца не было. И при качестве съемки, вот как сейчас, в 30 мегабит в секунду, этих двух карт памяти хватает это на 14 часов непрерывной съемки. При 25 мегабит, там, по-моему, 16 часов. При 40 мегабит в секунду общее время съемки 13 часов примерно, по 6 часов 47 минут на каждую карту. У пользователей очень хороший отзыв о видеорегистраторе Datacam 5. Это уже отработанная модель, все, Datacam 6, но она в стадии разработки находится, еще программное обеспечение. И очень плохо обновляется база Speedcam.
Сейчас появилась альтернатива, такая вот, которая бы меня устроила. Это автопланшет. Там, значит, сразу в одном устройстве и навигатор, и видеорегистратор, и много других полезных функций. Антенна выносная, GPS. Можно вытащить, на крышу поставить автомобиля. Тогда и приемники, спутники быстрее ловятся. Здесь вот во время просмотра можете обратить внимание, что иногда пропадает скорость. Это говорит о том, что пропадает связь со спутниками. Вот так были бы эти планшеты с большим объемом памяти для записи. Было бы замечательно. Может быть, со временем будут такие разработки. Поставил автопланшет, и не нужно тебе ни навигатора, ничего. Просто вот все в одном устройстве. А сейчас при движении приходится пользоваться смартфоном. От стационарного навигатора я отказался. Отказался, потому что там перепрошивать нужно постоянно. Не перепрошивать, а обновлять базу. Даже обновив базу, вот, по-моему, в Перми или в Екатеринбурге, вот в области в этой, видеорегистратор начинает, не видеорегистратор, но у меня особые, как бы, запросы, требования вот к этому планшету. Хотелось, чтобы был бы встроен GPS GLONASS, вот этот маячок, по которому могли бы отслеживать родственники, там, друзья, по тем, кто, кому необходимо местонахождение автомобиля в реальном времени в интернете. Есть такие маячки, но они отдельно продаются. Хотелось, чтобы в этом планшете стоял радар-детектор. Не радар, не антирадар. Антирадар и радар-детектор, я уже об этом говорил в сериале «Москва-Симферополь». Радар, антирадар – это радиопередатчик с очень высокой мощностью. Вот это облучение в салоне автомобиля. Это никак не авторадар. Нужен радар-детектор, навигационная система, хорошая навигационная система, хорошая видеокамера с этими поляризационными фильтрами. Ну, также выход в интернет, мобильная связь. Без разных прибамбасов, я имею в виду, там ни игры, ни какая другая фигня не нужна. А так берешь любой планшет, там этих игр как грязи, которыми никогда не пользуюсь, которые никогда не включал. Ну, это чисто вот такое узконаправленное, скажем, не все снимают видео о трассах России. Но я думаю, что если бы такие были автопланшеты, о которых я вот перечислил, с теми характеристиками, пусть будут карты памяти там до 1 терабайта, по две карты по 1 терабайту хотя бы, то я думаю, вот те семьи,
автопутешественники, кто отправляется в поездку по России, могли бы снимать весь маршрут свой на видео, чтобы для семейного архива, для памяти потом все это сохранить. Было бы тоже неплохо, если бы и в планшете была встроена радиостанция для связи хотя бы на 15 канале. Требований, конечно, достаточно, вот, но когда вот один такой компактный прибор, где все в одном месте собрано, это просто было бы замечательно. Выносная антенна для навигации, ГЛОНАСС, GPS, бросил ее на крышу на магните, но, наверное, такого никогда не будет. Видно, как так называемая незамерзайка замерзает на лобовом стекле.